Владимир Путин накануне встретился с Хамбол-Амой Дамбой Аюшеевым и другими лидерами ведущих религий России. В центре внимания Палестино-Израильский конфликт. Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой Земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев, для последователей крупнейших традиционных мировых религий. Есть все условия, что не могли дружить вместе. Можно взять пример. То, что у нас здесь в России, мир между христианами, мусульманами, иудеями, буддистами, всеми религиями, всеми народами. Участники встречи отметили, что российский опыт послужит добрым примером на Ближнем Востоке, а также в других частях света. Помимо главного раввина выступили главные муфтии России, а также патриарх Кирилл. После их докладов совещание президента перешло в закрытый режим.